Привет, друзья! И вы на моем канале Валерия Гусейнова, точка облачко. И как видите, сегодня будет видео про Арчи, потому что ну вот он сам, его домик. Он залез на крышу и спустился. У него есть вот такой корм. Я беру вот такой, ну как бы вот такой, а на таблетке у него вот такой. Вот гречку я ему даю. Да, Арчик. Он горюченький. Еще я ему овсяночку даю. И обязательно свежие продукты. И водичку, чтобы он пил. Еще я вот даю ему погрызучку. Вот она такая. Он ее придет, конечно. Вот он ее грызет. Сейчас я включу вам свет, чтобы он лучше был. Такой Арчуган у меня озорной. И он, знаете, почему я его называю озорным? Потому что он постоянно бегает куда не надо. То есть он постоянно удирал от нас, когда вот это не было. Он постоянно от нас удирал. Он постоянно от нас удирал и, ну, короче, он удирал через клетку, бывало, он удирал через аквариум. У меня раньше был аквариум, он удирал. И, ну, когда у меня даже вот это облеплено, он все равно один раз удрал. С помощью клетки, вот этой красивой клетки, он удрал. И я под нос поставила просто. И он постоянно теперь живет под этим домиком. Под этим. Сейчас поставлю назад. И сейчас покажу вон его брюшком. Я ему ставлю вот такую штучку брюшку. И сейчас мы его пойдем выколем немножко. Короче, выходим. Сейчас мы его пойдем на кресло выгуливать. Вот такой. Я боюсь, потому что он сюда может удрать. Мне очень нравится, когда хомяки умываются. Прям очень. Этот момент нравится. И я сейчас поставлю моего хомячка вот сюда, потому что тут много места. Тычешься. Вот доказательство. Он всегда тычется в дырке. Вот. Если его даже убрать, он понял, что там дырка и просто не хочет туда убегать. Вот. И на этом наше видео заканчивается. Всем пока-пока.